Добрый день. Хочу сейчас в магазин съездить и посмотреть следующие апартаменты, где я хочу на следующую неделю снять, пожить. Вот, сейчас попробую. Я уже ездил один раз. Когда сюда приезжал, первый раз я пробовал через Uber. Вот, заказываешь типа такси, частники. Вот, приезжает, забирает. Вот я сейчас набрал адрес, ехать недалеко, буквально, может быть, километр всего. Стоит плюс-минус 39, ну, короче, 40 песо. Ой, вот нажал. Короче, стоит 40 песо. Ну, это где-то евро, не знаю. Это меньше 2 евро. Это евро 80. Ну, короче, грубо говоря, 2 евро. Будет мне стоить доехать километр на этом такси. Вот сейчас попробуем. Нажимаю сейчас, короче, тогда Uber X, Uber Planet. Я не знаю, в чем разница, надо потом разобраться. Believed Uber Planet. Pay for your fare with help of set on your car. One footprint. Kinda. Возьмем что подороже. Через 4 минуты он должен подъехать. Где-то поблизости находится. А, короче, я тут уже, к сожалению, не заснял, как я ехал на Uber. I'm no comprendo, sorry. Do you speak English a little bit? No, I'm looking for this apartment. Apartamento. Do you know what I mean? Yes? Прикольно с ними разговаривать. Я на их языке не бум-бум. Они меня не понимают. Сейчас посмотрим. Какой-то медицинский центр, второй этаж. Hello. Hola. Yes. This one? Si. Thank you so much. Yes, the water. For aquí? Informa. Have you maybe Wi-Fi internet here? Si. I mean... Planet. The password you mean? Mm-hmm. Red one? Yes. This easy. One? Mm-hmm. Okay. Contrasena. Да, вот как в жизни бывает. Yes? Okay. Perfect. Thank you so much. No, I made it. Have a good day. Ciao. Thank you. Cheers. Bye bye. О, блин, а? А, почему я не нашел эту квартиру? Первая. Здесь, конечно, нету красивого какого-то вида или еще чего-то. Es lo mismo. Okay. ¿Quieres verlo? Mm-hmm. Sí. No, it's okay. Perfect. Okay. It's okay. Nine five five.
this one. Okay. 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 Momento. F3 0 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
Okay. So, I hope. Come. Yes, this one. Four. Yes, I mean this one or not. Это собачка сидела в машине. Сорина. Короче. Блин, если бы я мог кусать свои локти, я бы сейчас локти кусал. Ну, ничего страшного. Нашел я сейчас квартирку, апартаменты, в которых бы я с удовольствием провел эти две недели. Но это был интересный опыт. А вот, что это третья локейшн, в которую я попал. А вот. И, блин, оно классное. Оно на 2 евро дороже, чем то, где я был в первый раз. Намного дешевле, чем то, где я сейчас. А вот. И мне там очень нравится. Там все новое, отреновированное, отремонтированное. А вот, чистенькое. Кухонка, короче, я потом сниму, покажу. Если бы я их сразу нашел, я бы с удовольствием лучше в них бы заселился. Вот. И расположение тоже достаточно центральное. Кстати, меня на другую сторону. Привет. Сейчас я на другую сторону перейду. Как всегда, надо смотреть по сторонам, направо-налево. Пока меня тут никто нет. Блин, куда я свои очки дел? Очки в сумку убрал. Ну, ладно, ничего страшного. В общем, получается, что эта квартира находится как раз посередине между той, где я был первый раз, и между той, где я сейчас. Та, где я сейчас, вторая, она находится в ту сторону километр, полкилометра. Там, где был в первый раз, она находится вон там. Это буквально 300 метров. То есть, получается, между первой и второй, посередине я нашел третью. А вот. Как-то так.